Керамические блоки паратерм – это отличная альтернатива газобетону. При сравнимых теплотехнических показателях керамоблоки обладают существенно большей прочностью, долговечностью и являются более экологичным стеновым материалом, обеспечивающим максимально комфортный микроклимат для проживания. Это теплый и надежный стеновой материал как для частных домов, так и для многоэтажной застройки. В линейке Paraterm представлены несколько видов керамических блоков, каждый из которых предназначен для своих целей и задач. Цифра в названии блоков означает толщину стены, которую вы получите, используя конкретный блок. Керамические блоки Paraterm используются для возведения внешних стен без утепления, межквартирных и межкомнатных перегородок. Для того, чтобы подобрать правильный блок для вашего региона, используйте приложение «Калькулятор Paraterm», загрузив его на сайте wienerberger.ru. Рассмотрим подробнее. Компания Wienerberger разработала керамические блоки для внешних стен, не требующие дополнительного утепления в большинстве регионов России. Это Paraterm 51, 44 и 38 Termo. Уникальными теплоизоляционными свойствами блоки обладают благодаря эффективной форме пустот и повышенной паризации керамического черепка. Для создания межкомнатных перегородок в линейке Paraterm существуют модели Paraterm 12 и Paraterm 8. Их небольшая толщина экономит внутреннюю площадь помещения, а соединение паз-гребень позволяет упростить и существенно ускорить процесс монтажа. Не стоит забывать, что внутренние несущие стены зачастую несут нагрузку даже больше, чем наружные стены. Ассортимент керамических блоков Paraterm позволит построить внутреннюю несущую стену толщиной 25, 30 и 38 сантиметров. Например, для двухэтажного дома достаточно взять Paraterm 25 или 25М, а уже для трех- или пятиэтажных – Paraterm 30 и 38. Paraterm – это современный, экологичный, надежный материал для постройки теплого и комфортного дома для себя, детей и внуков. Если строить, то из Paraterm.